Всем привет! С вами канал А ну-ка подсоби-ка. Это наше первое видео. Сейчас вы услышали такой звук интересный, очень раздражающий. Это мертвое зависание компьютера. Думаю, многие сталкивались с ним. Решение найдено, решение простое. Сейчас в течение нескольких минут вы узнаете, как избавиться от этого. Спасает только перезагрузка, если не знать способ. Обыкновенная каждый раз перезагрузка. Вам нужно будет войти в BIOS. Включаете компьютер, нажимаете кнопочку заветную, потом нажимаете клавишу Delete, например, у меня, у вас может быть там F2, F10, вот, клавиша Delete, и вы попадаете, несколько раз жмете, попадаете в BIOS. У нас BIOS Evert. Сейчас заходим Advanced BIOS, расширенные настройки BIOS, Advanced BIOS Futures. И вот здесь у нас стоит первым дисплеем, первым устройством стоит PCI-Express 16. И прямо под ним вы видите встроенную видеокарточку, которая у нас встроена. У нас две есть, дискретные, встроенные. И вот эта вот зараза, нужно ее включить тоже, чтобы она была всегда. Вот, выбрать всегда включено. Не вот как вверху включено, только когда нету... Включать, если не работает дискретная, а включить ее всегда тоже. Она тоже должна быть всегда включена. Все. После этого проблема отпадает. Вы больше ничего уже не увидите и не услышите этих противных звуков, мертвых этих зависаний. Все. Ну, нужно, естественно, сохраниться. После этого, как вы это все сделали, нажать F10. Допустим, вот здесь внизу подсказочки идут. Вы нажимаете F10, сохраняетесь, выходите. Загружаетесь по новой и забываете об этой проблеме раз и навсегда. Как же она меня доканывала, это просто одному Богу известно. Сколько времени я искал это решение. Вот. Ну вот Y светится, значит yes, значит нужно выйти, сохраниться и выйти. Подтверждаете просто Enter. Все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Будет много интересных видео. Вот. Идет загрузка. Новая загрузка проходит. Все, проблема эта исчезает, но что самое главное, она может вернуться только в одном случае. Если у вас каким-то образом вы задумаете обновлять драйвера, вот это может вернуться только в одном случае, потому что эта зараза может появиться опять при обновлении драйверов. Тогда просто в диспетчере устройства откатите драйвер, установленный новый, к старому вернитесь и все будет опять нормально. То есть ничего, да. А тут BIOS вы в настройки уже эти сохранили, и все, проблем никаких нету. Все, ребят, на этом, собственно говоря, видео подходит к концу. Давайте с вами не будем прощаться надолго. Я думаю, что скоро, может быть, выйдет еще одно видео. Зовут меня Александр, канал А ну-ка подсоби-ка. Давайте друг другу подсоблять и в комментарии пишите, обязательно пишите ваши случаи, как вы решили эту проблему. Это очень такая негативная проблемка, вот это вот с этим вызывает столько негативных эмоций. И вот интересно, как вы выходили из этой ситуации, какими вы способами спасались от этих мертвых зависаний. Это такая зараза, это просто вот бесит, еще вот этот звук противный, вот этот, я не знаю, это кошмар. Поэтому давайте, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео. Обязательно в комментариях пишите свои случаи, свои исцеления своего компьютера от этой заразы. Вот. И все, будет идеально. Будем с вами друг другу помогать. На этом и основывается наш канал. А ну-ка, подсоби-ка. Все, всем пока, до новых встреч. Всего доброго. Ставьте лайк.